Продолжаем проходить Far Cry 2. У нас доступно новое задание. Называется там побочное какое-то. И как бы мне туда попасть, вот сюда надо выходить вот через ту... Через... Ну да, сейчас, короче, попробую выехать на трассу, которая за скалой. Здесь он не выйдет, да? Хуёво, чёрт. Сейчас попробуем туда. Так вот. Через этот... Бля, пойду я у них баги заберу, у них же баги было. По-моему. Бля, если я не ошибаюсь, то можно здесь пройти. Через скалу. Можно, нет? Ну, конечно, нельзя. Кто бы говорил я. О! Ну, хули не залазит. Где ты? Таракан ёбаный. Стреляется. Да раз. Даже не видно, откуда стреляет. Это ебанутая какая-то игра, бля. Бля, вроде выбрался, да. Судя, если по этой тропинке следовать, то можно выйти на побочное задание. Ну да. Сюда пойти, да, надо. Блять, транспорта никакого нет, баги забрать тоже не дали, суки. В натуре, суки. Но где эта хуйня-то? Она очень далеко находится, задание очень далеко, пацаны. Дайте машину, это звери, блядь. А, вон стоит. Там поворот должен быть направо. Пацан, у тебя есть подноса, джип угнали, ё. Кто бы сомневался, да. Нихуя. Я
Я помирать не буду. Да как же вы заебали, блядь? Что, решили, блять, вообще захуять, что ли? Что их очень много везде. Бля, шприцов уже нет нихуя. Печально, сука. Печальная новость, бля. Ехать-то, блядь. Вот сука. Ну, наверное, в эту сторону.
в ту сторону поехал, блядь. А чё, я виноват, пацаны, если в очке находится задание? Нахуй машину портить, я только её починю. Сейчас через 5 минут должен подъехать, по сути. Если доверять карте. Не повезло тебе, чувак. Бля, ну все, эта машина слиплись с стороны. Я уже никуда не поеду, бля. Туда, да, мне? О, клад. Давай возьмем. Блин, как же долго до задания-то добираться, ебать, это ж пиздец, ну, ебанешься, блядь. Так, так, так. Ну все, по прямой, по сути, эта дорога конечная, ебать. Осталось только выловить транспорт, и все, шик, блеск. Ну да. Вот здесь, мне кажется, транспорт подарят. Че, нет транспорта типа, да? Вот пидоры. Да, еще прилично ебашить. Погода уебищная где-то в игре, блядь. Ну че ты карту убрал? Дятел, блядь. Че, машину-то дадите или нет, ёпты? Пидорасы, сейчас тебе машину дадут. Они есть, во. Есть же в мире справедливость. Где? Поеду я.
таблетку мне нихуя. Тебе смешно, да? Смешно, да? Иди сюда. Тварь ебаная. Смеяться буду я, нахуй. Иди сюда. Сегодня я буду никого не щадить, да? Так сколько нам осталось, ебать? Почти приехал, ебать. Такой скорости я быстро доеду. Но он уже до поворота чуть-чуть осталось. Может, кое-когда тянет наш транспорт. Сука, еще чуть вперед, надо проехать. Машина жестко хромает, да? Тридцать километров в час. Охуенно, да? Ну давай починю тебя, давай, то ты уже пиздец, правда. Смотри, жалко аж нахуй. Хуя с печенежем ходят, ебать. Что за звери? Сейчас-то лучше. Чё она перевернулась-то? Чё, на колёса не поставишь, что ли? А говоришь, не поставишь. Так, она у нас знаешь где? В том здании. Заткнулся. А? Я в переплет попал. Есть тут один ублюдок. Хочет мое доброе имя опорочить, сука наглая. Но. Он, падла, по радио клеветать собрался. Нет, не выйдет. На войне и действовать надо по-военному. Не хочешь разрушить для меня радиостанцию? Будем. Верный друг. Где? Ну ж нихуя себе, сказал я себе. А ну лодка есть, сейчас попробую вплавь добраться. По воде не знаю, сколько я плыть буду, блядь. Наверное, много.
совет-то? Тоже не видать никого. Сейчас доплывем, а чё? Ещё нет. Правда, я думаю, что по воде-то я не доплыву. Там все равно, наверное, останется чуть-чуть идти. Сейчас попробуем, сколько там, подожди. Ну да, по сути, я буду мимо пролива этого ехать и попаду, получается. Налево, да? Блять, это пиздец. Да, вот часу доплывем до этой дороги, до Искезы. По лодке мотор не так работает. Да, на край жопы карты он меня отправил, блядь. Да раз там. Снайпер хуярит, попасть не может, кривой. Ха-ха, лошара. Ну все, здесь слезаем. Куда идти? Пацаны. Да. Да, здесь сейчас должен быть это тоннельчик. Опять какую-то деревню, да, посылаешь? С деревней придется крошить, да. Давай еще. Почему бы и нет? Давай, понеслась. Горим нахуй.
пришел сюда, блядь. Тебя никто не звал. Сука, патроны кончились. Думал, спрятался, что ли? Где вышка? Или мне тут надо всех убить? Где этот хуй-то? Где ты, блядь, Вася? Нет? А что тогда делать, блядь? Какая-то хуйня круглая показывает. Туда, да, где-то. Ну-ка. Здесь что-то, да? Я чуть не вижу здесь ничего, блядь. Ну и что, да? Где ракетница? Не оно? Вот это тарелка, что ли? Все, развалился, да? А, понял. Я взрыв мощный, да? Все? Еще не все, что? Да ты ебанулся, блядь. Ебать, до него ехать. Конченый. Сука, ебаный опоссум, блядь. Ладно, я по пути квест захвачу. Железка там находится.
Да какая-то антенна от телевизора, ебать, хуй работала с ракетницей, это же смех. О! И тебе здорово. Тебе типа поможет пулемет-то, блядь. Туда я поехал. Ну да. Я что, типа железку проебал, что ли? Садись. Где железка-то? Блядь, это далеко находится, шныри, ебать. Пока до него доберешься, нахуй, вся серия пройдет. Так не надо мне. Еще дальше доехать. Так, ну и где это у нас? Я возьму все-таки дальний, вот тут где рука нарисована. Черт. Рука у нас нарисована вот в этом здании. Хуй ты говоришь? Да он что ли? С той стороны, да где-то получается. Ну да. Наверное, с этой. Увы. Но туда ничего не заходит. Двери закрыты. Почему-то. Почему, не знаю. Не нужно объяснять тебе здешние правила. Нет, да? А нахуй тогда похуй. Или вот это здание, блядь. Короче, здесь никто со мной не хочет иметь дело пока. Пойду тогда к тому дворцу. Этот нет. Сука.
Да, вот этот, значит, что я запутался. Подожди. Верно. Сдавай мне оружие. Ну, бери. Что будет? Наш друг вернулся. Может быть, поможешь нам положить всему конец? Чему всему? Удивительно, как ты только выжил? Но ты должен взорвать трубопровод. Не просто трубопровод. Конечно, людям бандувы качают воду за границу, получая в обмен деньги. Это нерв моего врага. Трубопровод сейчас ремонтируется, так что он весьма уязвим. Точку удара на стройплощадке. В полукилометре на запад от насосной станции озера Сиголо. Эта труба очень большая. Потребуется много взрывчатки. Ее можно найти у шахты Таймок. Но шахта находится на вражеской территории, друг мой. На западе. Нужно быть очень осторожным. Грифс беспокоится за людей, жизнь которых зависит от воды. Но ведь это война. Потери неизбежны. Все, что мы делаем ради общего блага. Ради сильной Африки. Я тронут. Здесь деньги. Взрывчатку возьмешь на алмазной шахте. Цель – трубопровод на строительной площадке. Удачи! 30 алмазов. Готовься к неожиданности. Я бы на твоем месте готовился. Ну, по сути, такая жизнь всем у наемников. Кто-то квест сохранился? Нет. Дай хуй на него. Я, наверное, только сейчас вот добью сюжетные задания, нахуй удалю эту игру. Надоело она мне, блять. Сюжет только пройду и все. Транспорт есть, отлично. Сюжетку пройду. Блять, она уже кипит, ебаное говно, сука. Здесь где-то, да, дорога? Да, вот. Сейчас доедем. Извините, братва. Чё, застряло? Давай, давай, говно, езжай. Да.
по сути, сюда прям сейчас выйду. Чини тачку, блядь. Ебень. Где это вообще? Здесь, что ли? Блять, открой. Сюда. Ну, короче, пешком дойду сейчас. Тут чуть-чуть осталось. Чуваки, здорово! И пока. Блядь. Так, вижу этот таул. Так, вам не нужен, но получилось или нет? Дальше. Так с этим можно не разбираться, можно обойти. Да, вот эта дорожка ведет прямо в тот аул, ебать. Ладно. Что надо, что ли? Или с ракеты? Отдыхай, братишка. Ты
пизда что-то. Блять. Да что ты застрял, что ли? Где-то там. Что за хрень, блядь? Через гору, что ли? Пиздец. Вот так кайф, ебать, через гору мне ебошить. До этого чертового ебаного задания. Как не обойти, да? Это наверху, это не внизу, наверное. Прыгунчик. А здесь я упал, блядь, я помню. А вон и мои трубы ебаные. Сейчас я их буду рвать. Клочья. Так, сколько я прошел уже сюжетных заданий, это, блядь? 21 штука. Да похуйня осталось тут в основном. Вот тропинка, ебать, сюда. Твою мать.
по сути этот остался. Хорошо, они тут есть. Отлично. Да, вода, вот это да, надо взорвать. Драпа, драпа, блядь. Отлично. Водичек-то теперь не поступит. Все, чуваки, всем спасибо, кто смотрел, чуваки, всем пока. Увидимся в следующей серии.